короче, бред. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам. Внучка, внучка. Да. Ребят, это все вранье, что Гагарин был такой. Гагарин на самом деле был вот такой. И королева тоже была не вот такая, а вот такая. Ребят, а что я такой уроки? Ну и вот здесь сижу, смеюсь. А смешного-то ничего нету, потому что мой друг-то совсем дебил. В общем, были мы на друге. О, на друге мы были. Мы были у друга на днюхе. Кто-то фоткал, кто-то праздновал. А наш друг просто сидел. Просто сидел. С моим другом. Смотрим мы все вместе на эти пирожные. А тут друг залетает и такой кричит. Куки! Ам-ням-ням-ням! Это печеньки, это тортик, это еще один тортик, а это наш друг. Мама готовится к празднику, а друг помогает. О, а вот на этом наше путешествие нашего друга заканчивается. Над этим. Конец. В общем, ребят, приехали мы в зоопарк. И здесь он превратился в макаку. Да. Смотрим сюда. Он даже на обложке есть. В общем, ребят, здесь живет лось, здесь живет тигр, а здесь живет он. Ребят, всем привет. Короче, сегодня сидим на уроке, увидел, решил вот это вот чудо нарисовать. Нарисовал, значит, подставили сюда. Угу, думаем. Думаю, сюда. Сюда вот. Ставили. И сюда. Ща. Ща вы увидите, какой тут на самом деле ржач. Ты мини сэндвич. Опа. Hello, man. Hello. Oh. Йоси. Oh. Ну, конечно, там есть страничка, над которой мы ржали больше всего. Вообще идеально. Вот. Сидит он вот здесь обычно. А сначала мы решили нарисовать своего друга. Но потом что-то в голову взбрело. Что-то другое нарисовать. И мы нарисовали вот это вот. Ну, я не знаю, на уроке там смешнее было. О, тут. Видео будет. О.
блин, хочу. Вот Павлов. Извините, конечно, за издевание над всей этой персоной. Но это смешно. Так. Блин, а где эта страница? Да чувствую level up, can you say? Блин, а где-то страничка? Ага, понял. Сейчас мы полистаем. А, не, стоп. Здесь вот. Здесь вот. Ну, сейчас уже не так смешно, как было вначале. Наш друг пианист. Или кто это? А. Балалайщик. О, шляпа, кстати. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та. А теперь он баскетболист. Ща! Та-дам. О, по ему плечесу он идет. Андрей, снимай, пожалуйста. Снимай, пожалуйста. Ухо, как чешется. Еда. Чего? О, мы дошли, походу, до этой странички. Что, да, говорите? Угу, понял. Понял. Да, да, конечно. Хе. Фу. Озвучка вообще класс. Истогейн, shall we stay? Ахоу! Look, let's see. It's all day, isn't? What shall we do? Ладно, это не смешно. Блин, если бы первую версию вы увидели, наверное, там бы было смешнее. О. Сколько там времени уже идет? Только 6 минут. О, конфеты. Во-во-во, вообще идеально. Он типа из окна такой. Ту-дун, ту-дун, ту-дун-ду-ду-дун. Вот. Да-да. Угу. Ясно, понимаю. Во-во-во, ребят.
Вот вообще ржач. Вот, вот еще. Вот особенно над этим. Тут и без этого ржачно, но с этим-то. Уц. Привет, я сосед из нижнего этажа. А сижу-ка я на липке. Когда переел яблок. Бум-бум-бум-бум. Газета-то какая интересная. О. Во-во-во, типа речка. Ту-ду-дум. Там в приколе одно. О, есть. А типа чувак не дает камере снимать. На 300. Ну, сам... Погодите. Да что ты говоришь? Чё, правда? Тон. Да, правда. Ты прикинь? На 360. На Миша играет. Ну вот самое смешное, ребят, вот просто сюда посмотрите. Я просто не могу. Продаю эту картинку за 5 рублей. Фотоем. Да, фото. Новый год. Теперь вы знаете, какой на самом деле Дед Мороз. Я сейчас найду какую-нибудь смешную картинку. Чипсы. Ладно, ставим на паузу. Ну.